Как обеспечивается контроль за проведением голосования? Наблюдатель в день выборов находится в помещении для голосования и следит за правильностью действий участковой комиссии. 18 марта на выборах будут работать наблюдатели и от общественной палаты вашего региона. Наблюдатель не мешает работе избирательной комиссии и не имеет права оказывать влияние на выбор избирателя. Но грамотный наблюдатель, помощник участковой комиссии и еще одна гарантия защиты вашего голоса от неправомерных действий. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации.